Смотри, какой красивый мальчик. Давай ему напишем. Угу. О, смотри, какая девуля написала. Ответил. Что дальше писать? Напиши что-то, чтобы он не понял, что мы тут пьем. Все понятно, они там бухают. Блин, разговор не клеится. Что делать? Не знаю. О, отправь ему смайлик. О, смотри, смайл прислала. И мы тебе смайл. Сработало. Теперь подмигивающий смайл. Подмигивающий смайл? Чувак, она тебя хочет! Боже, он смеется сквозь слезы. Что-то случилось. Нужно узнать, почему у тебя нет настроения? Она спрашивает, сколько в мире китайцев. Я не знаю. Совсем грустный. Скажи, что тебе можно доверять. Ты можешь открыть мне свои тайны. Ты мой ключик, а я твой замок? Она точно тебя хочет! Напишу еще это романтичное. А в мое сердце выстрелил Амур. Боже, какой ужас! У него порог сердца, и он может отправиться на небеса. Так у тебя же отец врач. Пускай сходит к нему на осмотр. Точно. Твое сердце может осмотреть мой отец. Говорит, что любит мужчин постарше. Напиши что-то взрослое. Типа, ради тебя я готов на всякие мучения. Пройду сквозь огонь и воду, а? Ага. Кошмар. Ему сделали манту, он его намочил, и сейчас у него жар. Не знаю, что ответить. Так, Ванька, только сразу ей намекни, что ты не хочешь серьезных отношений. Я не буду на тебя жениться, окей? Спрашивает, нормально ли, что он не православный? Да не страшно. Главное, чтобы человек был хороший. О, ее устраивает, а? Отлично. Напиши, что она бомба. Он, походу, маджахед и хочет взорвать человека? Это возмутительно. А что значит три злых помидора? Ну, может, она вегетарианка. Напиши, что любишь животных. Точно. Смотри, что пишет. Точно маджахед? А что она не отвечает? Я не знаю. Ну, пригласи ее на ужин и намекни, что он будет с продолжением, а? Говорит, чтобы я не ела после 6? Ну вот видишь, он заботливый. Спасибо. Она согласна, а? Ну тогда уже я прямым текстом скажу, что я от нее хочу. Больной садист! Он хочет застрелить кролика! Тебя нужно посадить в психушку. Говорит, хочет в костюме медсестры, а? И даже не думай мне звонить. В костюме выпускницы не хочет. Ну, чего ты придумала? Может, он хотел что-то сказать другое. Извинись. Извини, мне жаль. Молись и плачь, тебе хана. Блин, мне теперь страшно, а? Он расстроился. Пригласи его в кино. А, да есть же, она хочет снять все это дело на видео, а? Вообще отвязная девка. Ванька, слушай, а скажи, что ты будешь с другом. Вдруг прокатит, а? Вот блин. Он говорит, что он гей.
Жаль. Значит, не судьба. Зато могу посоветовать ему хороший гей-клуб. А ну спроси, хочет ли он туда поехать? Спрашивает, можем ли мы с тобой приехать к ней на тусовку. Конечно, пусть диктует адрес. Чувак, вот это нам с тобой повезло!